Зерное вернуть в лицо. Вообще нравится. Что подумаем? Долок, у тебя есть Элем? Ты про чё, Кирс? Забудьте такое слово уже. В домене нет людей. Идем там, моба большого убьем. Олень, поднимешь? Да. О, вы дошли. О, ты про Аркуташу? А я сразу пришел куда надо. Слышишь, мы вот ходили, вот мы шли, вот как все ходим постоянно. Ты какую-то свою страту придумал. Я тебе отвечаю. Ну, этих мобов все равно надо убивать. Это да. Не мастер-то, это самый выгодный путь. Ты вообще ВК бьем. Нормально. Елемов тоже все толпой бьют, а не хантеры их пулят. Зачем их бьют? Зачем их бить, кому можно? Ну а кто тебе об этом рассказал? Без понятия сейчас. Ну, окей. Ой, не ругай. Так, этот самый шторм. И ДКшником своим вообще что умеешь? Лича, допустим, за спингер танчил? Я его убивал. В танке, да? Ну, в принципе, я танчить могу, но убивал я его в ДД. Меня интересует твоя способность танковать. Как ты понимаешь ЛПшки, там, удары смерти, ты это все понимаешь, да? Ну, да. А чего удар вот. Смерти аград дает? Вот. Значит, удары смерти, перед тем, как надо переводить, заблаговременно заюзаешь, чтобы, когда он сменил у тебя цвет, у тебя было 4 активных руны смерти. А что больно-то? И чтобы... Это... И чтобы... Что паразиты? Чтобы ты мог кинуть 4 ЛПшки в него. Плюс на пол, на тебе будет босс. А вот тебе что-то надо. О, это удар смерти, что, грот дает или что? Повелитель рун смерти талант только есть. А это, агритинг. Короче, я не знаю, что делать, но у меня, сука, вылетает. Я уже и нетри ребутнул, это удалил. Ты проверил клиент? Да, клиент у меня, типа, все нормально. А мне такое бывает, само проходит. Как говорят разрабы, зайдите через час, если проблемы не очистите кэш. Не, бывает, ты заходишь и сразу выкидываешь через какое-то время. У меня было такое. Чё там, только... никого нету по ДПС в гильдии, ничего там? Ну, нам на Малгрима еле хватило. Конника там какой-нибудь. Я уже написал ему, может он на хпал зайдет. Пока он не молчит. Зайдет. Он АФКш. А было в целка идти, мне кажется, и не палится просто. А монород чё? Твинком. Родином. Сколько там? 10к дает? 10. Тимыч, и что у тебя там? Ну, я тут дисконнект. Я хуево знаю. Меня кидает через... То выкидывает, то нет. Не кидает? Как-то... Вообще, не ебу, веришь, нет? Перезагрузил роутер, проверил клиент, почистил папки. Блять, просто кидает.
То, что ты играешь, у тебя бах, дисконнект, ты зашел, да, у тебя такая дисконнект. Бывает такая хрень, тебе говорю, у меня тоже есть. Так, телеграм и япончика нету. Че, перекур объявляем или че? Вопрос 15 минут. Выходишь из игры и все. Да, он же больше не нужен саппорт. Я уже давно перекил на... Танку всегда нужен саппорт. Вага, что там, перекур объявим или что? Ну, если народу нет, можно покурить минуту три. Ну давай, 5 минут перекур, объявляйте, ну, объявление там сделайте. Все пуст. Ну и офкитесь, чтобы саппорт не прокал. Да, офкитесь. Потом... Ну, народ может отпишет. Будем переводить на трех стаках? Сейчас я объясню. Не, ну я же видел, как танки, в принципе, переводят. Под четвертый. Знаю, что все плохо с игрой, я могу потанчить. У меня типа изи. Кэш я не готов ловить, сразу говорю. Для трэша есть медведи. Но я не скажу, что прям все плохо сыграл. А он мобов спаунит просто, когда цель меняет, таргет, или когда двигается в другую сторону? Когда перевод происходит. Нет, так, не знаю, я пришел. Из-за чего он вызывает мобов, именно из-за какого? Когда переводишь на другую сторону его. То есть... Нет, дополнительных, если когда что-то... Дополнительных, это если сагрили босса, кто-то левый переагрил. Да, таргет поменял еще. Да, таргет поменял, он вызывает новых мобов, да. Поэтому все стопают ДПС обычно при переводе. А, ну, типа, бурст стопают. Ты не слышал мой вопрос просто. Я отходил. А что у вас все сети поливали? Перекур. А, понял. Перекур, ждем двух АФКшеров, я так понял, или там у кого что вылетело там. Угу. И чтобы саппорт не тикал, вышли в офлайн. Ой, я корявый. На X3, походу, вообще новые люди играют. Типа вообще, которые на Сирус не играли до этого. Ну, понятно, проще же начинать там, где ни у кого ничего нет, фактически. Только они не знают, как тут донатят. Но надежда умирает последней. Короче, я не знаю, я включил проверку клиента. Может быть... А надо брони сагапапа каких-то вроде надо удалить прежде. Чумыч, а ты обновлял клиент? Блять, это не с этим не связано. Бывает такая хрень, понимаешь? Независимо от чего. Ты просто, блять, у тебя несколько подряд время но какое-то... Именно только сегодня такая вещь началась. И само по себе оно проходит. Вот у меня лично бывает. Я тебе говорю, есть такая хрень.
Не, ну есть такая хрень, да. Я даже не спорю. Тимыч, что именно у тебя пишется? Просто дисконнект. Короче, просто смотри, я захожу, начинаю что-нибудь делать. Через определенный момент хоп, просто выкидывает. Типа соединение не разорвано. И потом заново загружает. Да, вот так точно такая же хрень. У меня такое было, пока я роутер не ребутнул. Прерывание связи. Да не, это само по себе проходит, уверен. Я писал по этому поводу, они ничего полезного не говорят. Меня слышно было? А у меня, походу, с интернетом, да. А у меня даже в этом прерывается, в ДИСе. Дири, будь не роутер. Сейчас. Что есть роутер вообще? В смысле, Wi-Fi, который раздает, или что, блядь? Что, блядь, есть роутер? Это сейчас философский вопрос. Заходите в игру, перерыв закончился. Как на дальсвязи коробочка, которая была давно-давно. Рыбу ставлю. В телекоме, в смысле, да? Что это? Можешь погуглить. Блять, хуй знает, у меня в сетевую карту подключен, типа, я не знаю. Заходите, заходите, ребят. Да чего, нахрена? И какая его функция, не могу понять. В смысле, у вас роутер, а он роутер... Он Wi-Fi раздает на квартиру. Роутер я подключен понял. К сетевому кабелю, который идет уже... Краска, у тебя подключен проводам напрямую. А роутер нужен для того, чтобы, допустим, у тебя был интернет, и у тебя работал, допустим... Телевизор с помощью интернета. Чтоб телефон на Wi-Fi был, чтоб телек вот на Wi-Fi. Вот эти типа хаба можно купить. Зачем? Ну, как бы от роутера можно тоже напрямую сделать подключение. Ну, можно, пока у меня он подключен. Будет охуенно. Но другие аппараты ты не подключишь. Другие, да. Разветвитель интернета хаб, по-моему, называется. Как-то не как роутер. Комп всегда лучше напрямую подключать, чтобы не было пробелов в интернет-пакетах. Тебе провайдер дает один адрес. Или этот адрес подвязан к компу, или этот адрес подвязан к роутеру. Что ты выгоднее? Подумай сам. Нет. Да, нет. Чего еще расширил? От его настроек интернета зависит, динамически у него IP-адрес или не динамический. Говорю, саппорт тикает. Мы идем? Нет. Все, ждем все, пока все зайдут. Тимыч Войт, здесь. Ставьте шкаф, смотрите телеграмму. Да или нет? А ребят, серлак вылетел, да? Нет. Нет. Странно. Кто там уполномоченный? ФДД или... Мне скажут, нет? Сейчас разберусь. Я думаю, блядь. ФДД будет. Коль, давай тогда ты на бой. Чё, Враска неплохо потанчит? Или ты думаешь, он зафейлит? Но он агро держит. Ты что, имеешь в виду босса ему танчить? Ну да. Хорошо, в ДД прыгай. Там то же самое, как ты босса повел, типа, это самое, в цвет он поменял, и типа ты разрядку эту даешь, там ты 5 свою хуйню. Так, теперь объясни, я на ком. ДД, ты в ДДшника. Хорошо. Мы с Луцинем трэш. Я слева. Ты слева? Да, я окей. Слева. Все, идти мы еще там. Так, тыкните. Короче, я не знаю, сейчас я пойду все ребутать, потому что, ну, от меня толку нету, я вылетаю. Ладно, ты ребутай, пока. Что там, другого нет, никого замены. А, это пук.
это не поможет. Там да мы и так забьем, в принципе, этого босса. Вас не поставить до куда вести? До сюда, да, примерно? Поставим ему метки. Ну-ка, сейчас, секунду, выйду. Нонсит как переводить. Как только пересекаешь линию вот этих вот двух флажков, он меняет цвет. И вызывает трэш. Да. Если флажков он. Флажок он, да, гроз кидывает, я понял. Стар где-то светает, босс? А я ДД хожу, понимаешь? Убираю стар. Полночь ему когда переводить? Полночь переводить. Стопните ДПС все. Стоп, стоп. Никто не бейте. Дайте трэш собрать людям. Подведите трэш под босса. А чё мне лицо бьют рядом с мной? Зачем? Чем проще встать спиной, да? Ну?
свободный иннер по пространству. Кашка нервная. Два раза вызвал маг. Вот там маг был. Я сдох. Дайте Геру. Он просто вышел два раза в несколько дней. Макс рвал. Ака Гросс рвал, понимаешь? Все, добили. Нет, это такие тапки, это, конечно, жесть. Понимаешь, когда нулевая гроу у босса, все что угодно может срывать. Именно поэтому все РДД перебегают на ту сторону. Вот я по тактике пианиста танчил. Вот я, блядь, стоял, и вы все были должны, блядь, там стоять. Когда переводить, вы должны вперед бот. Блядь, об этом до пула было сказано. Не знаю, о чем ты сейчас говоришь. Кто это не расслышал, просто сделали неправильно. Вот и все. Ребята, эта тринка на кого вообще канает? Вот этот? На хила. Не, это понятно, что на хила. Босс, но даже ладно. Я видел Мага, хорошо. Все лучше на вайс, уже так легко вспоминайте. Я видел на Мага. Таргете боссов Фростгунома. Так у меня нормально убили и убили. В целом на всех эта триня подходит, кроме хэппала, там сомнительно. Сейчас посмотрим, вроде все сделал. Да, на всех хилов, кроме хэппала. На самом деле эта триня редко падает. Какая, корень? Да. Третий раз уже она падает. Ну, третий раз. Это вот в последнее время. Она не падает, поэтому у меня ДЦ бомж, блин. До этого, сколько мы ходили, вообще не падало. Посмотри по напулам. Там... Япончик 3 сотки начисли. Сейчас. Ах, больше ханта, только лок по грубо, практически. Это странно. Я, кстати, не заметил, меня на каком-то переводе уронили. У меня защитник был, кажется, был прокнутый, типа. Тебя защитник прокнул, когда ты сорвал босса. Нет, два раза. Он до последнего переходки, до последней перефазы, у меня 20 секунд на КД был защитник. Когда я... Это когда я сорвал трэш лишний, у меня это второй защитник прокнул. Там я не обращал внимания. Непал лайв.
А вот то, что срыв огром был, это печаль. Просто он моментально ушел так далеко, типа я даже скиллов не достал. Блядь, так, блядь. Кирс, а чё, ты на копиях сорвал? Ты даже не должна срывать на копиях. Как так получилось? Копии, блядь, не дают агро, они же бьют, на них должна агриться, поэтому, не? Ну да. Идея как нет, если ты, блядь, если ты копия начнет по мобу, по трэшу стрелять, который стоит в состоянии покоя, на него не побежишь. Это бред какой-то. Так, ладно, собирайте трэш, бейте, сейчас метки расставлю. Чего удивляетесь, у меня боссы спиной парируют, блядь, вихрь. Это Сирус, здесь может быть все что... Просто смотри, он говорит то, что если будет моб, на которого нулевое агро, и если он с копия стрелит в босса, то он на него не побежит. Или на моба другого, получается. Так, что ли? Хз, я не могу с вами... Типа ты хочешь сказать... Обсуждать сейчас... это, я на магии не играл, я не могу тебе сказать. Вызовешь копию, она будет по вайше стрелять, и вайше будет на месте стоять, что ли? Нет, не будет. Я про то же, но... Получается, твоя копия была единственная, кто ударила. Потому что я не ударил. Понимаешь? На самом деле это была не копия, а ШМ. А еще и Тринька. А еще и он кастовал Ливий. А еще и он таунт нажал. На самом деле, Браску мут нахуй, и такая тишина становится. Угу. Этот пиздеж нахуй, он я просто заебал. Блять, ну их реально раздражает уже. Хоть мутика сделай, отбираю кровавого зора шмур. Как это нахуй? Покажи, блядь, скажем, совесть отвечу. Юра, Лэй, давай поговорим о рогах, которые ребята ругают. Чего-чего еще раз? Я последний да я говорю, давай тему сменим, а то ребята ругаются. Давайте я вам помогу. А у меня нету такого LRN. Да, роги как бы собачий кал просто. А у меня нет такого LRN, что такое? Смотри, сегодня на слепом, он сменил форму, стал человеком, ну там эльфом, неважно, не демоном. Я даю на пул, отдаю вихрь, чтобы не сорвать. И он, сука, парируется спиной просто, как это назвать? У меня не было такого, у меня только на магике он почему-то не прижимает. А, да, магика это боль всех комнатов, да, это все знают. Может ты в бок ударил? Я стоял у него ровно за спиной. Сирус Ван Лав? Может, у тебя кап мастерства нет? Там, кстати, байер зайдет или еще? 26. Это для двух рук, там другое мастерство пойдет. Байер не зайдет, там долоп, голова нужна. Намикадзе даже. А какой-то ДДшник будет там из гильдии на помощь, нет? Только Тимыч. Больше позвать некого просто. Какой-то мультик, да? 24 человека. Ну, в идеале 27, на колоссируйся. Чтобы уже 100% не уходил в вид. Ну, я как бы с вами пока. Чё, я в ДД? Ну да. Тут надо ДК. В танке. Твой и ДК, в принципе, справится. А так, я похилю? Чек и распределю людей. Нет, ты будешь лучше танчить. Вообще танки будут Луцинии. Шторм на ДК. Так, по хилам. Телеграм. Встанешь в черепе. ДЦ. Встанешь в кресте.
Просто отец квадрат, черные ночи, луна, долог, трусы. ОРДД. Япончик череп, Кирс, встанешь в крест. Геа, встанешь в квадрат. Чехов, луна, Даркис, трусы. Проня, череп, Редвар, крест. Энджи, встанешь в квадрат. Хекси, луна. Бага, трусы. Коника, череп. Намикадзе, крест. Враска, квадрат. Все. Кого не назвал? Меня. Кого не назвали, сориентируются сами. По танкам. Че, куда? Основная задача ДК — танк. Телеграм, если в кресте будет недостаточно прохила, поможешь ДЦшке. Так, еще раз, кто-то шебуршит микрофоном. Короче говоря, босса начнет танчить Луцин. Шторм. На Кирс второй дайте. Фазе Луцин, на тебе гвардейцы Шторм, ты, соответственно, таунтишь, кидаешь акову по страйдерам. На третьей фазе уже не важно, там разберетесь сами. Рыба стоит. И лут еще поставьте там какой нужно. Лут стоит. Секунду. А Джеффс был? Уже откатил у кого-то? Кирс, у тебя микрофон не работает. Сагрили босса. Этот, набирай агро. Артём. Набирай. Блять, а где шаман? Шаман зайдет, нет? Поставьте в центр, если спулили босс. Подожди, подожди. Шамана нету, просто отца, да? Зачем? Зачем его в центр? Ладно. Потому что в центре питание. Что, без шамана не будем бить? Когда он переводится? Он какое-то время еще идет, его можно бить. Чем не очень понял. Центра. А почему просто отец вообще за рейдом? Потому что кто-то спулил босса, во-первых, кто спулил, и потому что он релогался, выключенный был из мира. Так, тогда если мы убьем босса, просто отец, ты встал в квадрате, черные ночи. Падаем сразу. Так, ложитесь. Кто спулил босса, напишите. Смотрите, ребят, либо признаем сейчас, кто это спулил, либо мы потом посмотрим видео, и там будет совсем плохие дела. Там какой-то ну, урона по боссу не было на пуле, то есть она просто прибежала, она взяла в таргет Мазартин. Значит, не флудите, я видел, кто спулил босса. Я тоже видел. Я жду буквально несколько минут, пока этот человек признает, или дальше будет хуже. Так он не знает, что это он. Может же быть такое. Этого не может быть. Если не следят за своими этими питомцами. Питомцами, там да. Там питомцы. Он Пэта позвал обратно, значит он знал, что Пэт Сагрис. Твое время вышло. Сейчас, да дам ладно, сейчас дам подсказку, это был не Пэт. Это была хуйня с этого. Как вот, турнира. Признайся. Это я мой пет сагрил, хочешь сказать, который, блядь, этот, что ли, пиздю? Да. Да, да. Да ладно. Как он я могу прям признать? Через босса побежал. Я не знаю почему, он побежал сюда прям через босса. Масс и сагрил. Значит, я мужества не хватает, признаться. Но он мог не заметить реально, поэтому такое. А Карыба не исчезла, босс? Есть сразу. Дадите Сагрил. Можешь еще раз проверить, Сагрил или нет? В смысле, Арчонок из Серебряного Орда Сагрил босс? Да.
Убрал его нафиг, да? Вставай. Я вызвал, в смысле, чтобы магазин открыть, купить регов. Чисяо, если бы это спулила я бы и призналась. У меня сил хватает признаться в том, что я накосячил. Я и не видел, что это я сагрил. Как я, блядь, могу признаться? Вот я тебе честно. Есть у кого дживс? Если нет, то я слетаю, починюсь. Почему он не сдох тогда? Так, все тихо. На боссе, главное, ребята, хорошо скажите, вот именно проносите это зеленого. Самое главное, быстро. И соседние метки просто помогите. ДПСа мало, потому что у людей можем не успевать. А я рыбку не поела, она исчезла. Ее сожрали. Еще поставь. Так, япончик, я на Луне, да? Ну, я не помню, вроде да. На двух чернокнижников метку кинул, чтобы в них магму кидали. По-другому спрошу, ты метки не менял? Нет, конечно. Все. Чек на пол. Че, а зачем чернокнижникам метка? А Локи вообще знает, что они делают? Портал чехов будешь ставить возле одной из четырех вот этих стоек с шариком водяным. Заюзать, короче, шарик, да? Да, заюзать шарик из инвентаря. Тебя кинут, ты откроешь инвентарь, заюзаешь на эту хуйню, чтобы исчез луч. Телепортируешь. Да, тебе кидают, ты портаешься по порталу, конечно. Энги тут? Энги нету. Еще раз. Все, все здесь. Все готовы. Давайте отчет порталу, бля. Дарки а большие по черной ночи. Че большие? Большие страйды, кто будет? Декада? Да. Чехов по кому? Чехов по Энге. Вторая патисова. Ты перебеги через босса, пускай в центр отходит. Это он так Энже называет Энге. Он пока будет идти на вторую фазу, он получит еще там пару. Разбегайтесь по своим меткам. Видишь, он получает еще урон. Поэтому у меня потом 50% смысл. Будет. ДЦ, потей там, если что, тебе паладин поможет. Мне не показывают тайминги. Он в круге появляется, гвардеец сюда. Гвардеец 10 секунд. Спасибо. Зеленого. Гвардеец выходит, лови. Брат. Свободный РДД, сыграйте по гвардейцу. Сейчас странник выйдет. Хилить будут.
Хилы есть? Вы назначили одного хила на танка? Странник с квадрата. Там в трусах шаман стоит. ТД по страннику. Близко только не подходите, а то фернет. Гвардеец выйдет 3 секунды. По страннику посильнее, по высокому. Вон он идет. Активнее по страннику, скоро второй выйдет странник. Зеленого 0-7. Красная. Крест. Крест, побежали, помогли. Исчез. Это ты сказал, когда он исчез, да? Молодцы, анонс. Не знаю, я как увидел, так сказал. По меткам смотрим вниз. С голосом люди. По меткам разошлись, смотрим. Лишники. Он кливает. Это странник вылезет. Должен быть. С квадрата странник. Он не вылез. Луна квадрат. Гвардеец сейчас будет. Лови. Зеленый череп, помогите. Логи подошли к черепу. Кидай сюда, перекину. В коня кину. Перекидывай. Вон там сейчас рядышком стоит звездочки, отдай. Коника. Кинул. Все хорошо. Волнение одного ДД. Залили странника быстрее. Гвардеец, 3 секунды. Второй гвардеец. По гвардейцам сыграйте РДД. Зеленого ночи. Зеленые трусы. Помогайте быстрее, сбежались туда. И большой оттуда же идет высокий. Все РДД высокого. Зеленого убили. Мозер, дальше кидай. Все, отдали, да. Весь рейд все РДД в зеленого высокого. Убить его надо, блять. 5 секунд, второй гвардеец. У того пол ХП. Лови гвардеец. Вон он, гвардейц, далеко. Под высоким. Идите тогда, гвардейцы. Зеленые трусы. Трусы быстрее сбежались на тапках туда. Локов портала не стоит. Ничего, так перекинем. Кому кидать? Последняя хуйня. Странник ваш. Кому кидать? Маски кидай. Свободному человеку, любому. Он чекнул, да? Все по высокому. Сейчас босс активирует. Маску кинул. Будет гордиться. Киньте япончику, я рядом стою. Лови. Все РДД в высокого. Централизуйтесь уже, рейд. Чтоб всех доставало хилом. Сбегайте. Убейте сначала странника, он клевый. Потом гвардейца. Гвардейц клевый. Милики не встанут. Все, РДД только по высоким мобам сверху летает ядовитый спороска. Дима, да, танка поднять. Захильте. РДД в кучу встаньте. Выведи из лужи. Я встань. Значит, объясни Луцини в Дискорде, танку что делать, наперед забежать и куда, и где. Когда я танк... знаю, как это делается, я один. Танку объясни, чтобы он Вась. Наперед забежал. За мою спину. РДД, прошу всех встать в одну кучу и двигаться вместе. Пожалуйста, спасибо. Вот на Далок вышел. Да, вот на звездочку вот в одереве. Далок вышел.
просто там стоишь, что ждёшь. РПД по скатам играйте. Если лужу увидишь подо мной, таунч. Угу. Так я так и сделал, кто не сходит. Перебежали, РДД. Вон звездочку встаньте. На пульте в меня, у меня я все время в станах не могу. По себе сальву в раск. По скатам РДД. Забери. Стан. Могу забрать, если хочешь. Идите, отложим. Да не могу. Стан, оглушение. РДД по скатам. Скаты. Лужа РДД, щит назад. Пускай против часов уйдет. Скаты. Я встаю. Вага, там скажешь, когда герой. Пока Бьерн скажет. Да, да. Катов. Свободный. Бладласт. У нас лужа. Забирай. Все только мозг. Давай. Все, забейте на скатов, бейте только босса. Смотрите за лужами. Луж сейчас будет дохуя. Прохил. Много чего. Это у тебя видео пишется или стрим? Ну, видео. А смотришь реально мой пец агро, что ли? Ой, я не видел. Ты под на видео посмотри. Блять, это не так просто. Просто почему он там появился вообще тогда? Ты не знаю, забей хуй. Ирос, поставь порт, пожалуйста. Сейчас люд разрубит. Просто отец на третий спек или на какой? Это второй спек. То есть Энх у тебя второй спек. Энх второй спек. А что, типа, так, никто не ливает. Сейчас ИП-шку дадим. А что, может, ребра с леди убьем, я не знаю, за 30. Че подумал? На самом деле смысла мало. Ну, в смысле, Лех попроще. Поддерживаю. Будет. В смысле, Лара-то нет смысла бить, а типа целого кадла босса можно убить. А можно на робота сходить. Это если ты... Видишь, какой онлайн, сейчас это все куски почит, потом просто люди на целка не придут. Да я понимаю. Я рофлю. Тут за полчаса ничего не успеешь. Нет, целка можно убить, два босса. РБК можно. Полина, отдаешь кольцо Присту. Смотрите внимательнее, что нажимаете. Да нет, я оставлю.
поставили порт и улетел, молодец. Да это мой портал, в него можно заходить, это не мага. А, понял. Но все равно не пускают. Ну не знаю тогда. Вот, серьезно? Ты же сказал, тебе перчатки только нужны. Ну и голова. Я только что... Ну блядь, ну нахуй ты меня наебаешь, я бы не пошел в это, не ловил бы КД, ты че бы? Да че ты паришься? Ты что, не знаешь, Войду, по-моему, всегда надо, блядь, на все спеки. Странная фраза, это в следующий раз полутаешь, по-моему. Так, видишь, как разрулили? Япончик, да, начисляю 500. Вообще про голову не готов ничего. Голову ступишь, нет? Ты открыл же. В смысле открыл? Ну, на мишку. Так, япошку начислил? Пиздец, я, блядь, я у тебя спросил до того, как пошел. Ты сказал, мне нужны руки. Плечи, штаны там. Я сказал, мне плечи есть. Я тебя спросил, у тебя ноги, руки, голова, что надо? Значит, я не так понял. Ты мне написал, ты мне ответил конкретно, мне нужны руки, блядь, а сейчас ты делаешь? Так рук-то не выпало.